Крымский федеральный университет – драйвер развития республики. Такую цель поставили перед собой участники проектной сессии по цифровой трансформации вуза. Как отметил исполняющий обязанности ректора КФУ Андрей Фалалеев, основная задача университета – спроектировать образ будущего, который через 5 лет будет актуальным для Крыма. Какие рынки мы готовы с вами еще зайти? Какие рынки мы готовы создать в Крыму? Какие рынки мы готовы помочь республике создать в Крыму? И какие продукты на этих рынках должны появиться для того, чтобы Крым, КФУ, мы с вами были конкурентоспособны. Сессия прошла по 3 направлениям. Среди них модернизация программы обучения государственных и муниципальных служащих «Крым-4000». Ученые Института экономики и управления разработали дорожную карту ее развития, в которую входит создание центра для дистанционного обучения и консультирования чиновников. Сегодня мы создали образ будущего. Фактически это будущего тоже нашего института в целом и тех перспектив, которые мы хотим развивать, а именно дистанционная, консалтинговая деятельность, образование, разработка новых форм и методик инновационных обучения. Второе направление – создание лаборатории онтологического управления, которая станет ядром для разработки новых решений и продуктов. К лаборатории предложена работа со сферой АПК, работа с малыми предприятиями, сельскохозяйственных фермерскими предприятиями. И второе направление – это непосредственно с организацией работы самой лаборатории и организацией проекта в этой лаборатории. И третьим направлением стало здравоохранение, которое сегодня является одной из важнейших отраслей на полуострове в стране и мире. Ученые медицинской академии также разработали дорожную карту развития учебного заведения до 2022 года. В 2022 году медицинская академия и клиника Святителей Луки являются драйверами развития медицинского образования и лечения в Республике Крым. Внедряются новые разработки клеточных технологий, то есть применение стволовых клеток, трансплантация искусственных выращенных органов и органов, взятых от доноров. Также разработана и внедрена в практику методика ранней диагностики онкозаболеваний. Как отметил исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев, для успешного развития важнейших сфер республики необходимы специалисты, которые обладают новыми знаниями и навыками. Поэтому в ведущем вузе Крыма планируется вести подготовку онтоинженеров. Специалисты, которые смогут обрабатывать или оперировать большим потоком данных, они будут нужны. Это крайне важно, они уже востребованы на самом деле, просто нет такого, может быть, горящего. Поэтому университет должен сейчас активным образом включить свой процесс подготовки этих специалистов. Руководитель КФУ прокомментировал выступление каждой группы и дал ценные рекомендации. Эта проектная сессия стала только началом большой работы. Эти весенние каникулы лучшие воспитанники 10-й гимназии Симферополя провели в Крымском федеральном университете. В рамках весенней школы биотехнологий КФУ абитуриенты получили возможность познакомиться с самым современным оборудованием в стенах факультета биологии и химии. Расскажите, что они делали поэтапно и как это поможет им повысить свой уровень знаний. Это замечательная практика для наших школьников, которые ориентированы на изучение биологии. И стало это все возможно благодаря программе развития Крымского федерального университета, в рамках которой созданы современные научные лаборатории, в том числе у нас на факультете биологии и химии, на кафедре ботаники, физиологии растений и биотехнологии. В течение 4 дней школьники, обучающиеся в профильных биологических классах, осваивали практические навыки работы с биологическими объектами. Например, знакомились с теоретическими основами и практической реализацией процесса микрочеренкования растений мяты, полученных в культуре изолированных мерисистем инвитро. Ну, больше всего понравилось работать в стерильной комнате, черенковать растения, засаживать их в пробирку. Это очень такая интересная и мелкая работа. Ну и, возможно, я в будущем сюда как раз буду поступать. В первый день мы готовили питательную среду, мы также познакомились с предметами, приборами всякими разными. Во второй день мы уже с этой питательной средой мы работали, садили почку в эту питательную среду. Вот. Это было достаточно интересно и одновременно и сложно. И сегодня мы уже черенкуем готовые растения и также высаживаем их на питательную среду.
В рамках весенней школы биотехнологий в КФУ прошел круглый стол, на котором обсуждались актуальные вопросы взаимодействия общеобразовательных учреждений и университета. Педагоги и школьники обсудили с администрацией университета вопросы дальнейшей работы в таком формате. Необходимо постараться, если мы хотим потом не испытывать ненужных проблем и действительно иметь не только выполнение контрольных цифр приема, но и качественный состав студентов первого курса, нам для этого нужно прикладывать усилия, вне всяких сомнений. И поэтому, говоря вот в этом контексте, нужно идти к созданию очно-заочных школ. В школе также приняли участие педагоги, которые имели возможность расширить понятие о приемах и методах работы с интеллектуально одаренными детьми. В завершении весенней школы биотехнологии КФУ абитуриенты получили сертификаты об окончании. Здесь показаны основные представители фауны древней, которые были найдены там. Это и хищные животные, и их жертвы, травоядные, млекопитающие, птицы. Впечатляют, очень интересно, особенно погрызы, которые тут все говорили, как хищник расправлялся немножко на своей кухне этими остатками. Высокая ценность научная, потому что открыты новые животные, животные именно для нашей полосы, для Крыма. И такой богатейшей коллекции, в принципе, и редко где встречается. Мы хотим исследовать зону естественного входа бывшего, который сейчас закрыт отложениями. И там, в привходовой части, есть, конечно, надежда и встретить остатки пищевых оргий не только хищных животных, но и, возможно, древнего человека. Новое поколение, которое сейчас будет выходить из стен университета, начнет работать в Крыму, оно и принесет то новое, что необходимо для власти, для бизнеса, для вообще атмосферы. И в результате Крым здорово рванет вперед. Специалистов с современными компетенциями не хватает. Не хватает их и в силу того, что педагогов не хватает с современными компетенциями. Поэтому для нас очень важно общение не только со студентами, но и с педагогами. Нам надо наладить вот такой как бы обмен опытом. В
Физико-технический институт Крымского федерального университета стал площадкой для проведения заключительного этапа 41-го всероссийского турнира юных физиков. Нам очень понравилось, что к нам приехали самые талантливые ребята со всей страны, что они продемонстрировали здесь великолепное знание физики, они продемонстрировали отличные бойцовские качества, они продемонстрировали высокий уровень физики, который есть у старшеклассников средних школ Российской Федерации. На протяжении недели лучшие юные физики страны состязались в умении решать сложные исследовательские и научные проблемы, представляли свои решения и отстаивали их в физических боях. Больше всего меня на турнире вдохновляет эта дискуссия, которая приводит к пониманию физики, к какому-то общему вдохновению, когда происходит вот это понимание, осознание того, каких-то процессов, которые ты до этого не понимал, как вообще происходит. И это, конечно, эмоции, это знакомство, и из-за этого я люблю собственный турнир. Мы задачу поставленную выполнили, мы привезли задачи, мы послушали мнение о нашей работе. Масса опыта, масса знакомств. Я теперь не боюсь говорить ни перед камерой, ни на сцене, в целом выступать не боюсь. А уровень физики возрос у меня лично. Новые знания. С людьми, со многими познакомился. Организация всероссийского очень понравилась. Ну, это мой третий всероссийский турнир, и я считаю, что это, ну, здесь было максимально честное судейство, интересные бои, дружелюбная научная атмосфера между командами. Организаторы отметили, что впервые со времен Советского Союза в турнире приняло участие такое количество команд. 41-й всероссийский турнир юных физиков собрал более 30 команд из разных уголков Российской Федерации: Якутии, Новосибирской области, Кемеровской области, Урала, Воронежской области, Москвы, Питера, Брянска. С этого года Крымский федеральный университет является полноправным соорганизатором всероссийского турнира юных физиков. То есть сейчас у нас 4 федеральных университета, которые берут на себя все функции по организации турниров юных физиков в Российской Федерации. Это Московский государственный университет, Новосибирский государственный, Уральский федеральный и Крымский федеральный университеты. То есть нас с этого года стало 4, и это очень здорово. Это оставляет наиболее глубокие впечатления вот об этом времени обучения в школе и так далее, и дает огромнейший задел вперед, потому что учит самостоятельности, учит умению представить свои мысли, выразить их правильно, отстоять свою точку зрения. Работу команд оценивала жюри, в состав которого вошли не только гости турнира, но и преподаватели физико-технического института. Для многих это судейство стало первым и бесценным опытом. Ну, вы знаете, это действительно достаточно большой опыт и достаточно ответственный. Я вот рад, что меня выбрали в жюри, потому что это вот какие-то возможности, хоть и силы тратятся, но тем не менее. Ну, а вообще, что можно получить из судейства? Я думаю, что хотя бы просто посмотреть, как работают люди вот в других городах. Мы рады тому, что Крымский федеральный университет принимает этот турнир. И уровень судейства очень высокий, потому что в составе каждой судейской бригады на каждом бое присутствовали профессора, доценты, старшие преподаватели Крымского университета. За это спасибо организаторам. В рамках закрытия турнира команды, занявшие призовые места, были награждены дипломами. Команда физико-технической школы «Физтеха» стала лучшей среди крымских команд и получила одну из наград в первой лиге. Готовились мы долго. Участвовать было очень интересно, потому что собралось много людей, единомышленников, было с кем пообщаться на интересные темы. Вот все классно. По итогам всероссийского турнира юных физиков победителями высшей лиги стала команда «План Капкан» из Москвы. Это было невероятно здорово. Мы много работали, и я думаю, что мы этого вполне заслужили. План удался. По результатам турнира лучшие участники высшей лиги попадут в команду Российской Федерации для участия в международном турнире юных физиков. Вот и завершился заключительный этап турнира юных физиков. Более 30 команд со всей России отправляются домой.
Да-да-да. Круто, молодцы, умнички, огонь. В Симферополе подвели итоги деловой игры «Ты нужен республике». Финалисты встретились с Сергеем Аксеновым. Напомним, в декабре глава Крыма, глава республики, дал старт конкурсу. Его проведение координировало Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма. И у каждого участника интеллектуального соревнования свой проект по улучшению жизни на полуострове. Три участницы от Крымского федерального университета и одна участница от Крымского инженерно-педагогического университета стали победительницами и вместе с еще 9 лучшими студентами пришли на встречу с главой республики. Каждый из нас должен понимать, что если мы хотим что-то изменить, то мы должны это делать вместе. И вклад каждого – это очень ценное, поверьте мне, вот приобретение. Без вас вот многие вещи просто не получится. И сегодня кто еще может формировать молодежную политику? Только те ребята, которые находятся в среде, знают, какая проблематика. Деловую игру в Крыму планируют продолжать, чтобы молодежь уже со студенческой скамьи могла заявить о себе и проявить, реализовать свои таланты. Молодые крымчане – будущее региональной власти. Именно им предстоит работать над повышением уровня жизни, уверен глава республики Сергей Аксенов. Но для работы в правительстве и парламенте нужно пройти серьезную школу и набраться опыта. Чтобы найти молодую кровь, готовую к работе, власти провели конкурс. Победителям могут достаться рабочие места в парламенте. Но для начала нужно как следует подготовиться. Надо адаптировать в нашу политическую жизнь, посмотреть, у нас в данном случае это городские советы, райгосадминистрация, то есть в тех районах, регионах, где ребята проживают, то есть в том числе и город Симферополь. Раз есть желание, давайте будем на этом на старте ребят поддерживать. В общей сложности в деловой игре приняли участие 60 студентов, но до финала добралась лишь дюжина. По итогу только четверо смогут побороться из-за пост в эшелонах власти. Но остальные не проиграли. Они прошли важную школу жизни. И многие из них нашли свой путь, любимое дело и единомышленников, которые всегда помогут. Учащиеся 10-го химико-биологического класса Симферопольской школы гимназии номер 10 имени Покровского приняли участие в занятиях весенней школы биотехнологии на базе Крымского федерального университета имени Вернадского. В рамках весенней школы биотехнологии КФУ абитуриенты получили возможность познакомиться с самым современным оборудованием в стенах факультета биологии и химии. Это замечательная практика для наших школьников, которая ориентирована на изучение биологии. И стало это все возможным благодаря программе развития Крымского федерального университета, в рамках которой созданы современные научные лаборатории, в том числе у нас на факультете биологии и химии, на кафедре ботаники, физиологии растений и биотехнологии. Вот наша лаборатория биотехнологии генной инженерии растений оснащена современным научным и учебным оборудованием, на котором мы проводим занятия с нашими специализантами, с обучающимися по программе бакалавриата и магистратуры. И теперь стало возможным провести такой небольшой тренинг по определенным там направлениям биотехнологии растений с учащимися там средней школы. В течение 4 дней школьники, обучающиеся в профильных классах, осваивали практические навыки работы с биологическими объектами. Одним из навыков, полученных юными биологами, стала новейшая технология размножения растений. В завершении весенней школы биотехнологии прошел круглый стол, на котором педагоги и школьники обсудили с администрацией КФУ актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия, а участники, прошедшие обучение, получили сертификаты. Экспозиция останков древних животных, обнаруженных в пещере при строительстве трассы Таврида, открылась на площадке Крымского федерального университета имени Вернадского. Напомним, пещеру с останками древних животных обнаружили в районе строительства трассы Таврида летом прошлого года. По данным Российского географического общества, она начала формироваться около 5 миллионов лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма. Эта экспозиция очень скромна по площади, потому что мы
воспользовались предложением разместить наши экспонаты на базе минералогического кабинета географического факультета. И поэтому использовали площадь, насколько это было возможно, чтобы показать и обитателей древних, остатки которых были найдены в пещере Таврида, и минералогию этой пещеры, которая тоже представляет очень большой интерес. Ну и вот здесь показаны основные представители фауны древней, которые были найдены там. Это и хищные животные, и их жертвы, травоядные, млекопитающие, птицы. То, что было обнаружено в течение полевого сезона 2018 года. Коллекция останков древних животных, найденных в пещере Таврида, составляет порядка 200 килограмм костей. Коллекционные номера и определения уже сделаны для 750 экземпляров. Остальные находятся в процессе изучения. Назад в прошлое на 500 лет изображение ханского дворца в Бахчисарае, одного из главных символов Крыма, широко растиражировано. Очертания его узнаваемы, однако привычный облик он приобрел лишь в 18 веке. Ранние раскопки на территории историко-культурного заповедника практически не проводили. Каким был комплекс за два столетия до этого, выясняют археологи. Лучше, чем у археологов, понимания земли ни у кого нет. За короткое время было сделано 30 раскопов на 8 объектах дворцового комплекса. Мы должны раскрыть фундаменты, основания стен, для того, чтобы проектировщики имели ясное представление о том, что нужно действительно сделать, что нужно заложить в проект. Стоимость реставрационных работ превышает 1,5 миллиарда рублей. Планируется осуществить ряд противоаварийных мероприятий. Всероссийский турнир юных физиков стартовал в Крымском федеральном университете. На полуостров приехали более 30 команд победителей из разных регионов страны. Турнир образовался в стенах МГУ много лет назад и приобрел огромную популярность по всему миру. Главная цель состязания – популяризация инженерных направлений среди старшеклассников и выпускников школ. Мы очень надеемся, что ребята к нам вернутся, что это только первое знакомство с Крымским федеральным университетом, что мы сможем их убедить, что у нас в физико-техническом институте, в Крымском федеральном университете очень интересные образовательные программы, которые наверняка будут им полезны и интересны. Турнир юных физиков – самая сложная форма Олимпиад. Это однозначно, я могу сказать. Но ребята, которые прошли через этот турнир, они, конечно, уже становятся зубрами и уже, так сказать, на первом курсе дают фору. Всероссийский конкурс позволит расширить базу межрегиональных научных контактов и продвинуть бренд Крымского федерального университета, уверены специалисты. Конкурсу уже больше 20 лет, и почти все время мы проводим его здесь, в таком приятном месте. Вот. А в жюри у нас председатель жюри, зав. Кафедры государственного муниципального управления Геннадий Николаевич Ротанов. Он курирует, он, собственно, автор всего этого действия. Вот. И преподаватели с этой кафедры. С гордостью сказать, что Крым наряду с Новосибирском, это было в принципе два региона Советского Союза, которые начали заниматься детским экономическим образованием в то время, когда страна еще только там декларировала переходы к рынку. В Крыму уже была создана система детского экономического образования. Я бы не хотел мегаоригинальный проект видеть, который, ну, если он не воплощаем в реальность. Как раз таки было этого конкурса, это реальность проектов, которые, ну, допустим, учащиеся делают на примере своих населенных пунктов, своих, ну, мест, своих мест обучения и так далее.
Крымский федеральный университет провел олимпиады для поступающих по программам бакалавриата. Попробовать свои силы пришли ученики 11 классов и выпускники прошлых лет, которые планируют поступать в ведущий вуз Крыма. Очный этап олимпиад проходил с 23 по 30 марта. По журналистике, потому что мне очень нравится писать, я хотела бы заниматься этим в дальнейшем и хотела бы получить какие-то бонусы при поступлении в КФУ. Я выбрала мировую художественную культуру, так как меня, ну, очень интересует эта тема. Выбрала, в основном просто выбрала русский язык и математику, но хочу поступать сюда. По экологии, ну, для меня интересно этим заниматься, интересно следить за растениями и природой в общем. Выбрала журналистику, потому что буду в этом году поступать на факультет славянской филологии и журналистики. Такие олимпиады проводятся в Крымском федеральном университете уже второй раз. В этом году число доступных направлений подготовки возросло. Потенциальные абитуриенты смогли проверить свои знания по филологии, истории, философии, культурологии, математике, химии, биологии, физике и другим направлениям. Физико-технический институт участвует в олимпиаде с двумя направлениями подготовки – физика и техническая физика. Эти два направления, конечно же, вопросы абсолютно одинаковые, потому что общая базовая дисциплина, конечно, является физика. Задания, ну, скажем так, не очень сложные, но и непростые, потому что 10 баллов просто так мы не даем. Проверка базового уровня школьной программы и умения решать задачи повышенной сложности. Победители получат 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в Крымский федеральный университет на направление подготовки, по которому проводилась олимпиада. Профессорско-преподавательский состав, аспиранты и студенты юридического факультета Таврической академии КФУ обсудили уголовно-правовые и криминологические направления противодействия преступности. Научно-практическая конференция по этой теме проводится кафедрой уголовного права и криминологии уже не первый год. Это достаточно широкий блок материального права, прежде всего охватывает и криминологию, уголовно-исполнительное право, связанное с организацией работы, в том числе правотворческой, организационной, воспитательной, культурно-экономической, направленной на противодействие преступности, что само по себе является достаточно широким объемом, имеющим очень многие направления. С приветственным словом к участникам конференции обратился директор Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Елькин, который отметил важность взаимодействия юрфака с практиками в области права. Мне приятно видеть не только сотрудников Крымского федерального университета, не только юридического факультета. Я считаю, что это самое главное для студента, чтобы он всегда чувствовал, что его исследования имеют значение, что его готовы услышать практики. С докладами на конференции выступили представители правоохранительных органов Республики Крым. Как отмечают преподаватели, это позволит студентам ознакомиться с особенностями выбранной ими профессии. Для студентов наиболее полезно будет как раз услышать мнение практиков, услышать, какие проблемы существуют, как они решаются, какие направления существуют именно в правоприменительной деятельности противодействия преступности. Поэтому мы основной вот акцент для студентов делаем как раз на то, что они смогут повзаимодействовать с практиками. Участники встречи представили доклады по следующим направлениям: актуальные проблемы уголовного права и противодействия преступности, а также криминологическая характеристика различных видов преступлений. Как и любая олимпиада, у нас два этапа есть. Этап отборочный, заочный, и есть очный этап. Так вот здесь собрались победители-призеры заочного этапа, а также победители-призеры филологической олимпиады прошлого года, которые имеют право без участия в заочном этапе приходить на очный этап. Вот эти участники, которые уже прошли через определенную процедуру соревнований, они сегодня здесь представлены. Наша олимпиада, нужно
сказать. Она отличается тем, что она очень оригинальная, потому что детей и 5, 8, и 9, 11 классов ожидают как письменные конкурсы, так и устные. У младших, например, это поэтический конкурс, они будут читать выразительное стихотворение, а у старших риторический конкурс. И Олимпиада наша, это тоже ее отличие от всех других, она тематическая. В этом году она посвящена традициям гостеприимства в русском языке, культуре и литературе. И все задания связаны с темой гостеприимства, с этикетом, с хлебосольством и так далее. И, соответственно, этому подобраны литературные произведения, на основе которых сделаны задания. Она очень интересна для детей. И более того, если Всероссийская олимпиада школьников захватывает только 9, 10, 11 классы, то здесь с 5 по 11, а это очень важно, поскольку человек, маленький человек, да, пятиклассник, он начинает приучаться к участию к подобным олимпиадам, он приобретает, воспитывается в любви к русскому языку и литературе, и в результате, на выходе перед нами, в общем-то, готовый филолог.